Всем привет! Сегодня у нас продолжение рубрики «Обзор построек подписчиков». Сегодня мы будем смотреть постройку моего подписчика Кримсона, грузовик и прицепы для него. На этих машинах много разных механизмов и очень красивый декор. Я сниму туториал на прицепы и машину, если мы наберем 1000 лайков под этим видео. Сейчас давайте посмотрим, что он умеет. У этого грузовика прицепляется и отцепляется кузов. Еще на одном из прицепов есть манипулятор. Он может поворачиваться вправо, влево, опускаться вверх, вниз. Еще управляется клешня, и этот манипулятор может что-то хватать. Короче, лайк. На этом его возможности не кончаются. А сейчас давайте посмотрим, какие здесь есть механизмы и как они работают. Здесь не только много крутых механизмов, здесь еще есть очень красивый декор. Посмотрите на грузовик или на прицепы. Ладно, сейчас давайте посмотрим механизмы. Начнем с грузовика. На грузовике есть вот такая специальная деталь. Она нужна, чтобы соединять грузовик с прицепом. Чтобы все прицеплялось, в самом прицепе есть стержень. Вот так он выглядит. Этот стержень должен заходить в деталь на грузовике. Сейчас давайте я вам покажу, как происходит сам процесс прицепа. Сначала мне нужно заехать этой деталью в стержень. Должно получиться вот так. Осталось только выдвинуть невидимый поршень. Он полностью закрывает эту деталь и не дает палочке выдвинуться наружу. И когда я его выдвинул, прицеп у меня полностью прицепился. Я могу отцепить этот прицеп, если отключу невидимые поршни. Про грузовик и про механизм цепления я все рассказал, но здесь есть еще один очень интересный прицеп. У него есть манипулятор. Этот манипулятор может поворачиваться вправо, влево, наклоняться вверх, вниз, что-то хватать. Ну, я в данном случае хватаю воздух. Эту механическую клешню он может опускать вверх, вниз и поворачивать вправо, влево. С помощью этих механизмов можно без труда схватить кубик. Давайте сейчас я попробую. Кубик слишком большой, и эта клешня его не может полностью схватить. Эх, все старание зря. О, вот так получше. Вот, теперь сразу получилось. Сейчас я его поставлю рядом с машиной. Так, все, належался? Давай на базу! Вообще, очень прикольно и весело хватать какие-нибудь различные кубики с помощью такого манипулятора. Просто лайк. Я сделаю туториал по этому грузовику и прицепу, если мы наберем под этим видео 1000 лайков. Ну а теперь давайте я вам покажу, из чего устроен этот манипулятор. Во-первых, есть колесо, которое вращает вправо-влево всю эту конструкцию. И также колесо для сгиба вверх-вниз. И пара колес для регулирования щупальца. И еще два сервопривода для хватания различных предметов. Из всего этого состоит манипулятор. А сейчас я решил поиграть в прятки, которые превратились в настоящий кошмар. А мы куда едем? А ну ладно. Почему я не могу открыть двери? Что произошло? Не знаю, куда мы едем, ну ладно. Я пока попробую починить двери. Так, что тут не в порядке?
Ты куда? А меня забыли? Нет! Помоги! Спасай! Нет? Да что такое? Куда я сейчас буду плыть? Спасай! Ладно, двери не работают, придется плыть по чтению. А, надо было зажимать клавишу. Блин, я только понял, как открывать двери. О, прибежал посмотреть, как я тут буду проигрывать. Фух, хорошо, что мы сейчас не на рельсах. Стоп, я же просто могу включить фиксацию у одного из этих блоков и просто застыть на месте. А это что только что было? Ну вот сейчас уж точно должно получиться. Что сегодня за билд вот такой? Ладно, раз это не работает, то просто буду плыть и ждать. Ой-ой-ой, только не этот уровень. Нет, начался отлив. Нет, нет. А, все, я живой. Ура! А, зачем ты въехал сюда? А, не дави меня, нет! Все, конец. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Угеймс. Всем пока.